Здравствуйте, сегодня мы будем анимировать Польскую Корею. Мы передвинули Корею на одном кадре, но не на другом, и поэтому ее колбасит. Сейчас все будет норм. Подвинем немного Польску к Корее. Мы сделаем мини-сценку кандрибола. Корея повернется к Польске и будет ее троллить. Сначала мы будем озвучивать сцену. Открываем говорил. Сохраняем озвучку обязательно в .wav. Сворачиваем говорил. Открываем папку с озвучкой. Все эти цифры — это озвучка предыдущего гайда. Теперь создаем новый слой, куда мы перекидываем озвучку. Когда мы перекидываем озвучку, то на том месте, где стоит красный ползунок, создается кадр с этой озвучкой. Польска, ты не можешь в космос, ахаха. Отлично, теперь надо создать рот, который будет говорить это. Создаем новые слои и рисуем улыбку. Делаем из этой улыбки символ. Рисуем разные рты, что-то типа идею. Думаю, хватит. Выходим из символа. Теперь нажимаем на этот символ ECM и нажимаем преобразовать в символ. Символ в символе. Это нужно, чтобы увеличить или передвигать рот. Чтобы видеть, что говорит этот рот, нужно сделать в свойствах цикл. Теперь в этом символе продлеваем кадр и создаем новый слой для озвучки. Мы уже добавляли эту озвучку, и поэтому заменяем ее. Теперь в свойствах рта нужно поставить один кадр. Теперь самое скучное, меняем кадр рта. Чтобы слышать озвучку, при прокрутке красной линии, нужно нажать на любом кадре с озвучкой и в свойствах поставить в синхронизации поток. Теперь мы слышим этот троллинг. Создаем классическую анимацию движения в слое с ртом.
и начинаем увеличивать и уменьшать рот. Чтобы менять сам рот, в свойствах есть свойство первой и цифра, ее нужно менять. Не знаю, что еще сказать. Пейте квас. Аллилуйя, этот ад закончился. Выходим из символа, теперь мы можем увеличивать и передвигать рот. Чтобы рот куча раз не говорил одно и то же, нужно в свойствах поставить воспроизвести один раз. Удаляем слой с озвучкой, ведь озвучку мы добавим, когда мы будем монтировать. Все, мы сделали Корею, приступаем за Польшу. Теперь делаем все точно так же, как и с Кореей. Все, мы сделали Польшу. Чтобы придать эффект безысходности и горящего пукана, Польше нужно добавить слезы. Для этого мы создаем новый слой и символ. Берем голубой цвет и рисуем слезы.
мы будем делать слезы по кадрово, то есть каждый новый кадр мы будем отрисовывать отдельно. Это достаточно долгий, но интересный процесс. Слезы должны быть прозрачными, и поэтому делаем заливку цвета прозрачной. Теперь это самые настоящие слезы поиски. Чтобы была хоть какая-то анимация, то копируем последние кадры. Мини-сцена Каролины Польски готова к монтажу. Теперь экспортируем наше видео. Заходим в панель сверху файл и далее экспорт видео.
следующем гайде мы будем монтировать видео. До свидания.